наш переезд перешел в активную фазу. Выехали в Соликамск. Таня рыдает. Я тоже немножечко. На улице метель. Сейчас будем Павла Николаевича искать по трассе, где он там едет навстречу. Челва, времени 8:30. Пирожковая страна. С капустой 20, с мясом 40. Погода отвратительная. Ледяной дождь, все замерзло после оттепели. Очень скользко. Даже ходить стрёмно. Приехали в Пермь, погода максимально стрёмная. Сейчас шли пешком с Перми 2. Для тех, кто знает, там, ну, кто знает, тот знает, там есть такой мост через ЖД пути. Так вот, он покрылся толстенным слоем льда. И мы с Таней кое-как прошли. Она там падала, колени себе чуть не разбила. И если вы посмотрите, вот так вот, все это покрыто слоем льда, и это все скользит, все улицы, все-все-все. Отвратительный ветер, и все замерзло. Как сейчас на дороге, я вообще не знаю. Вот, день жестянщика, будьте осторожными. Времени 8 вечера фактически, 8:35 уколи поезд до Москвы, оттуда другой поезд до Калининграда. Коля, ты волнуешься? Да, я волнуюсь. Хочу в туалет. Ну, а Саша, давай напутствие твое нам. Поезжай давай побыстрее. Обратно, что ли? Нет, туда поезжай. Как? Что я такое сделал? Это рюкзак на 40 литров, который раньше был. Который можно распирожить до 80 и 100. Это Коля, который сейчас поедет. А авоськи с едой. Рюкзак с фототехникой. Так. Все, что? Присядем на дорожку, что называется. Что, все уже, пора его любовать. Это я. Цветов не надо. Что, реально, все, пора? Да, все, пора. На улице ужасно скользко, поэтому вызываем такси, хоть и живем около вокзала. Чтобы нам попасть на вокзал, нужно пройти через лестницу, обледеневшую просто в хлам. Поэтому Коля вызывает машину, и они с Сашей едут на машине. Не на Сашиной машине. Потому что у Саши больше нет машины. Можно было об этом не говорить. Не расстраивать человека. Давай, Саша, еще раз. Саша как раз и надо. Саша, напутствие нам давай серьезное теперь. Ты мне сейчас будешь вырезать с предыдущего кадра. Нет, там ты мне сказал, грубо говоря. А тут давай серьезно. Мне примерно то же самое. Ну давай. Что бы ты хотел нам пожелать в добрый путь? Так это и вопросы от нас. Самое главное, надо поскорее туда добраться. И как это можно скорее там устроиться, освоиться и все. Там, а и вообще не, вообще не появится. Насчет угла, будет там угол. Ты приедешь к нам? Так я уже пообещался, все. Считай, что. Что у вас не увезено, видимо, поедет на мне, потому что я, очевидно, поеду теперь на другой машине. Телевизор, вот тут кровать, смотри, стоит. Да. Шкафы. Кровать не обещаю. Сразу говорю, газель не буду покупать. На крышу. На крышу кровать привяжем. Газель, знаешь, сейчас какие классные? Ручки на коленочке. Все подумали о хорошем. Спасибо этому дому, да.
Сюда сын наш приехал первый раз вообще. Вот. Как будто он... Саня это сын наш. Здесь великовозрастный. Он вырос, считай. Тут мы его годину справили. Годину, да. Было хорошо. Да. Но пора... И честь знать. Дальше. Ну, фу. Пора. Но пора двигаться дальше. А, слушай, так у нас лидовки. Я тебе о чем и говорю. Великодъемные вещи, как говоришь. Все, непривычно. Хорошо у вас, Сайдер? Да, даже нет. Так, давайте я сначала это вынесу. Выглядит, потом выглядит. Как сделать, чтобы селфи? Ну все, давай. Давай, жду тебя там. Девятый вагон. Все, загрузились. К сведению пассажиров. Последний человек, которого я вижу в Перми из знакомых. Удостоверяющий личность, реквизиты которого указаны в билете. Ну да, в этот ты кого-то еще выйдешь. С Перми. В вагоне никто не сел. С кузбасскими детьми. Оригинал, выше указанных документов, пассажир в поезд